Друзья, всем привет! На канале Темпа в Плей, на связи Игорь. Сегодня поиграем в игрушку под названием Far Cry 3. Пустая ячейка. Возьмем первую. Воин. Чемпион, выживший. Я не помню, какой уровень сложности, когда ты ее проходил. Ну, чемпион, конечно. Давай на воин попробуем. За моего младшего братца Райли и его пилотское удостоверение. Где? Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не бился в буху с 20 лет. Нахрен отрубился. Держи дверь. Йоу, Джейсон, сюда, сюда. Дипсив, Джей, я учил ту лучше. Да. Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгаетесь с самолетов. Летайте, как птицы. Вы спятили. Клевая мобилка. Реально клевая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя Вас. Сука! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, безумный такой злодей вообще, там, пафосный. Ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Сейчас он освободится, по-моему, да? Угу. Сука! Ранен? Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Позови охрану. Вот взял. Эй! Сюда! Ты чё? Заснулись быстро! Оба! Чёрт! Как он его? Охренеть! Он мёртв! Вот чему учат в армии. За мной. В
там что-то слишком быстро. Слишком быстро мышка. Сейчас помедленно что сделаю. А, чувствительность. Принять. О. И то что-то, мне кажется, быстровато. Погоди, погоди. Такс. Ключенок, это ускорение. Я в норме. Во, поплавнее прям сразу. Еще ниже. Чу, верно. Чего мне врать? Ты ведешь себя как балан. Он торчок. А родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Да я так в присед иду. Черт, псы, ждем, стоп. Тихо. Чего там пёс вынюхивает? Тихо. Ну его в шоу. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь все больше моего. Мачетер добыл, да? Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На столе. На связи. Финис, почему по-русски-то? Эй, кто это? Идем дальше. Карту. Месть. Да чё ты? Все нормально. Сейчас прорвемся. Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. А где камень-то? Тебе нужно отвлечь его. Отвлеки его. Ну. Брось камень. Так у меня нет камня-то. Тебе нужно отвлечь его. Я понял тебя. Отвлеки его. Нет камня-то. Ну почему по-русски? Бросить камень. Это по-русски. Е, что ли? Русская, что ли? Т. Ё-моё, я думаю, что у меня Е не нажимается-то. Надо, в общем. Идем. Будет уж. Английский язык переключить. Чёрт, чувак. Да все нормально, сейчас прорвемся. Кто это? Марчур! Гран! Да какого хуя? Готов, красавчик, молодец. Нет. Боже, я не смогу, Грант! Джей, 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 слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Серьезно? Это, наверное, один из тех моментов, когда он мутюкается в этой игре, а потом он уже перестает ругаться. Главный герой, которым мы играем. Боже, как же их много. Там тех казнят он. Вас там их он казнит. Вчера мы получили звонок. Блять, звонок. Никто не хочет платить за вас. Слышал голоса, думаем, конечно. Чё-то глючит, чувачок. Конопля тут у них. Быстро. Каннабис. Прячься в кусты, да? Хорошо. Видишь эту пушку? Мы
я любить. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень серьезный человек, и покорится тебе. Все. Вот увидишь. Пошли. Ладно. Пока они смотрят, я пошел. Руки бегают. Где? Это выход. Пошли. Пока не видит. Я не опасен. Нет, прошу. Отключит малость. Ну ничего. Да все нормально. Ползи, ползи уже. Я не опасен. Нет, прошу. Контрольная точка. Что, выбрались, все, да. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Нашел. Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Нет! Все. Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уебывайся! Беги! Беги, Форест! Беги! Короче, надо теперь сбежать. Беги, Форест! Беги! Блять! Колоритный такой злодей, блин. Его всю игру захочется найти, убить на самом деле, отомстить и так далее. Упал. Ну, сбежал. Почти. Да, бежим, бежим, бежим. Мы еще отомстим. Круто. Что за и? А, ух, пальчик он себе вывихнул. Собаки там бегут, да? Бежим, бежим. Добраться по лианам. Популярно, нажми еще раз клавишу. Молодец. Ножик возьми у него, ножичек. Да, чувак, уже скач. Собаки там. Бежим, бежим, бежим. Почти догнали собаки. Упал. Ubisoft Montreal. Как долгий крик.
по-моему, там в 12-13 году вышло, я уже не помню. Говорят, человек изгожен. Путь ведет в сердце джунглей. Следуй, следуй по пути. И найдешь, найдешь ответ. Очухался. Где я? Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь. Но и я вправе забрать твою. Джейсон. На позитиве, чувак. Постоянно. Бангау. Мачете. Лаба-лаба. Чё, татушку хочешь мне сделать? Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Это тот Far Cry, в котором еще нужно вышки зачищать. Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Тангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Твой побег — знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Тракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Придется. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Ганшоп. Секретно нажмите. Так, что он там купить-то? Сколько у нас? 60 баксов? За 60 баксов можно только один пистолет купить. Да. Экипировано, все. Включай радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Хорошо, я помню. Я уже не помню, какой тут калаш самый крутой, по-моему, в этой игре. Как всегда. Калаш. Отлично, на все пойдем. Времена. Пошли. Здесь силы исходят из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район.
Соберись на все вышки и откроешь всю карту. Ну да, вот они, вышки, карту все откроешь. А, не обязательно, я бы сказал. Так. Ну, первый, по-моему, первый обязательно. Так, вот пистолетик у нас. Патрончики, по-моему, сам понимает, автоматом, да? Амулет акула, гранату. Туда нам бежать. Наверное, это радиовышка. Да, она самая. Так, змея прям сразу. А не помню, с нее что-нибудь можно взять, нельзя. Бабки. О, прям. Да, здесь вот пока что более-менее легко так лазить по вышке-то. А то надо будет там прыгать, цепляться. Там паркур еще тот по вышкам лазить будет. Я уже забыл, здесь, по-моему, дельтаплан еще есть, можно спускаться по-быстренькому, ну, на трассах, вот. То есть на трассу можно туда спуститься, туда. Паркрай, да. Прикольненько. Хватил вышку. Боеприпас сразу показали мне, где там есть что. Готово, радиовышка включена. Славно прокатился? Конечно. Удачно. Отлично. Покажи карту. Покажи карту. Откройте карту на клавишу М, да? Показывает мягкий знак. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Да, здесь на животных охотятся еще. Здесь. Так, чтобы спасти друзей... Нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. А, да, точно. Растения здесь позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Мужчина кабана с пистолетом. А вот здесь что-то алмазик есть, по-моему, что-то интересненькое. Деньги, гранаты. Да, и здесь на машине можно кататься. Так, далеко мне нахожусь. Ну, в принципе, я то на машине смогу доехать даже. Я тут не помню. По-моему, тут нельзя вид менять. Только из кабины. Есть. Ну, какая-то пещерка.
газует очень хорошо. И растений, и животных. Но каких? Так, что здесь у нас? Я не помню уже. Кабанидзе, куда побежал? Так, ты справишься. Да, шкурку он с него снимает там. Это растение какое-то. По цветам они красные, зеленые, еще какие-то там. Что тут у нас еще есть? Где это, не понял. А, вот он. Баксы, баксы. Патрон для пистолета, еще деньги. Отлично. Куда нам нужно? В принципе, что нам нужно сделать теперь? Вот наша карта. Даже не помню, куда надо. Надо что-то куда-то идти. Так, испытание Рикьяд. Это не нужно мне. Вот это вот аванпост. Аванпост. Ну, мы рядом с этим. Пошли. То есть тут тоже аванпосты захватывать. Сейчас сходим, попробуем один аванпост зачистить. Так, а чё, в смысле, провально? А я же там это... Да ладно, я же там это... Убил же кабана, не нужно было ни одного... Растений и животных, но каких? А, то есть мне вот это вот собрать нужно, блин. Я не понял сначала, что нужно. Я уже забыл, как в неё играть, ё-моё. Лист один, кабан... Кабанидзе, стой. Ну, смотри, убежал. Стой. Попался. Два кабана нужно. Ну, давай, лиси пособерем. Так, нужный... Вот этот какой-то лист тут нужно собрать. Где тут, что тут будет тут? А, под водой. Прикольненько, я уже забываю. Красный лист нужно вот тут где-то раздобыть. Где он тут? Чуть не вижу красного листа. А, вот он. Думаю, растений хватит. Шкуру кабана еще нужно раздобыть где-то. Кабаница где-то тут был, еще лазил. Так, ну неплохо. Так. Тут подберем, как всегда, все. Ну, где ваш кабан-то? Шкуру кабана. Ну, тут нет больше кабанов. Показывает, что здесь, но тут на самом деле нету. Кабанчик, ты где? А, вот он. Готов. Да, все. А, ну теперь мне показывают, куда ехать. А машина-то где? Чуть не могу это убить. Ну-ка, погоди. Чё такой живучий-то? Гадость. Гадость, да. Не говори.
Так, на карте нам получается моментально в деревню нужно телепортнуться. Ну да. И как сюда быстро телепортнуться? Увеличь легенда. Еще я не могу. Ну, я выбираю. А, правда, там правую кнопку надо выбрать. Это точно, блин. Ой, не тот. Выбираем. Ну, я выбрал. А, да, началось ком, блин. Вон он что. Моментально перемещается. Блин, подзабываю уже, как мне умирать. Давно это было. Тут что у нас купить? Можно что-то. А, боеприпасы. Где-то выход, дверь-то. Нет, нам выйти отсюда нужно. А, вот он выход. Так, ты не глюч. Где там? Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Создание предметов, рюкзак, путеводитель. Нам не нужно создать. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Ну, выбрать. Есть. Что тут, рюкзаки? Есть три, нужно два. Изготовить. Ну, что? Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Рюкзак. Изготовь. Да. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Тапира. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Теперь я научу тебя захвату. На, тут точно. Цапля, акула и паук. Бесшумное убийство. А, цапля что дает? Бомбы. Паук, я не помню, что там. Быстрее лазить. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Ну, а это русское, то есть, соответственно, это F. Ну и все, да. Можно тут еще выбрать. Ну-ка, что-то еще доступно. А можно и улучшить. Нет, обязательно нужно вот это вот выбрать. Ну давай. Хорошо, Джейсон. Гранату кидать будем лучше. Татушку. Кто звонит? Какой мобильничек-то? Эй, спутниковый. Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. Следом. Поехали. Ты за рулем, я буду отстреливаться. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты – крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост – это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина.
Кто в грузовике? Воин Ракет. Те Ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Друг! Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Деннис дал тебе Татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Да и будем напролом всех убивать. Лиза, я иду. Попался, гад! Лиза, я здесь! Убейте собаку, он за мной бегает. Кто там еще? Они все мертвы. Да, о, их так мало было. Там гранат пришлось. Лиза, ты где? Потратить. С них я забыл, лута никакого нет. А, есть, обыскать можно, да. В общем. И обыскивать можно. Ну-ка, открывай. Ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Отлично. А что ты выбежал? Там камень другой был. Джейсон, ты достоин носить Татау? Достоин идти по пути воина. Все меня убеждают, что ты воин суперский. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрнхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ха, ты понравился племени. Так, мне не дали ничего там сделать. Новый автомобиль. Зачем мне карта-то? Так, аванпост я захватил. Зайти я внутрь не могу. Могу. Компьютер. Взять карту памяти. Ну, в общем, денежки какие-то там дают за это. Оружие. Так, там можно еще что-то подобрать. Лутать тут можно все подряд. О, у меня же там почти 600 баксов. Ничего себе, я надыбал. Неплохо. По заданию. Ну, по заданию там, скорее всего, тут что? Вот за головами. Нет, я не хочу. Показывает мне, куда задание, нет? Вот сюда, скорее всего, да? Доктор Эндхард какой-то тут. Ну, это, я думаю, закончим на этом моменте. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, там колокольчики, уведомления. И пока.